Секрет всех фокусов и иллюзий состоит в том, что люди просто хотят быть обманутыми и верить в магию. Ведь каждый понимает, что нельзя распилить девушку пополам, а потом просто склеить ее обратно. Но во время фокуса мы, подобно детям, улыбаемся и не скупимся на аплодисменты. Спешим вас огорчить, что в этом выпуске мы развеем миф о существовании магии и раскроем несколько секретов фокусников. Итак, это 5 разоблачений популярных фокусов. Поехали! Хождение по воде. Каждый иллюзионист мечтает пройти по воде. До 21 века это удалось лишь одному, да и то в библейские времена. Зато в наши дни, благодаря развитию технологии, фокус стал осуществим. В числе первых его продемонстрировал миру британский иллюзионист Стив Фрейн, известный как Динамо. Да как эффектно продемонстрировал, прошел не по какой-нибудь воде, а по самой Темзе. Фишка данного фокуса заключается в массивной нетонущей платформе из плексигласа, которая заранее была поставлена на якорь у набережной. В принципе, происходи дело в бассейне с чудесной журчащей хлорированной водой, платформа была бы видна невооруженным глазом. Но речь о Темзе. Здесь вода такая темная, волнистая и грязная, что задумай иллюзионист пройтись по утопленникам, наряженным в разноцветные перья, никто и этого бы не заметил. Освобождение из китайской водяной камеры. В 1912 году этот фокус исполнил небезызвестный Гарри Гудини. С тех пор освобождение из ящика с водой стало одним из самых уважаемых фокусов в мире. Существует десятки интерпретаций освобождения. Секрет трюка по большей части в замке камеры, но и в отличной физической подготовке иллюзиониста, которому предстоит выбраться из нее. В тот момент, когда ассистент фокусника запирает замки на крышке, маэстро незаметно вытаскивает стержни из петель, удерживающих крышку. Поэтому, чтобы выбраться, иллюзионисту достаточно сильно напрячь мышцы пресса, подтянуться и вылезти из открытой камеры. Возможно, вы сейчас скажете: «Пфф, да это каждый может». На самом деле, китайская водяная камера пыток считается настоящим смертельным номером. Посудите сами. Исполнитель трюка минимум 3 минуты проводит подвешенным вниз головой, что само по себе испытание. Прибавьте к этому погружение в воду, необходимость физической нагрузки и риск потерять сознание от притока крови к голове. В итоге получаем не просто фокус, а реально рискованный трюк, в котором иллюзионист ради нашей забавы рискует собственной жизнью. Кролик в шляпе. Этот фокус стал самым настоящим клише в мире иллюзий. Какое-то время он был настолько популярным, что стал символом иллюзионистов. Секрет этого фокуса довольно прост. Он осуществляется тремя разными способами. Первый, самый логичный и простой – это потайная дверца в столе, внутри которого и сидит кролик. В шляпе также есть отверстие, через которое фокусник достает кролика из тайника. Второй способ кроется в специальной конструкции шляпы, а именно в перегородке, за которой прячется кролик. Фокуснику достаточно лишь отодвинуть перегородку и достать его. Третий способ заключается в том, что кролика заранее помещают в специальный платок и подвешивают на краю стола. Фокуснику достаточно положить шляпу рядом с платком, отвлечь зрителей и поднять шляпу, в которой уже находится кролик. Далее фокусник достает его из платка внутри шляпы и демонстрирует изумленной публике. Метаморфозы. Придуманный в 19 веке фокус метаморфозы обрел огромную популярность. Его выполняли почти все известные фокусники, в том числе великий Гудини. Каждый привносил в фокус что-то новое. Но самыми запоминающимися исполнителями фокуса оказались Джонатан и Шарлотта Пендрагоны. Они настолько преуспели в этом фокусе, что на саму метаморфозу у них уходило 2 секунды. Фокус заключался в следующем. Джонатан запрыгивал в мешок, находящийся в ящике. Шарлотта завязывала его, затем закрывала ящик и запирала его ключом. После чего девушка забиралась на ящик, закрывала себя тканью и подбрасывала ее, но ловил ткань уже Джонатан. Потом он открывал ящик и развязывал мешок, в котором оказывалась Шарлотта. В чем же суть? В первую очередь, сундук очень легко открывался, несмотря на все замки. Там просто был еще один выход. Во-вторых, дно мешка было дырявым. Когда Шарлотта поднималась на ящик с тканью, из него выходил Джонатан, который принимал эстафету, а Шарлотта пряталась в мешок. Все дело в четко отрепетированных действиях фокусников. Ловля пули. Фокус с ловлей пули – один из самых древних и уважаемых. Веками он совершенствовался, пока не достиг своей вершины в исполнении фокусников Пенна и Теллера, одновременно стреляющих друг в друга и ловящих пулю ртом. Для успешного проведения фокуса с пулей важна не столько кропотливая подготовительная работа, сколько ловкость рук, щек и языка. Пули, которые демонстрируют активистам из зала и которыми в итоге выстреливают, поддельные. Они разрываются, едва вылетев из дула. Вы спросите, а как же метки, которые оставляют все те же активисты? Фокусник четко
четко озвучивает, какие инициалы ставит доброволец на пуле и что он рисует на гильзе. В это самое время ассистент за сценой изображает на уже отстреленной заранее пули инициалы. Фокусники подходят к вешалке, на которой их поджидают защитные жилеты и маски. Обратите внимание, вешалки расположены рядом с занавесом. Это роковой момент. Оба фокусника отворачиваются от камеры. На секунды они вне поля зрения окружающих. И тогда-то ассистенты кладут пули им в рот. Самое время восхититься красноречием иллюзиониста. Он продолжает свой отвлекающий зрителей монолог об опасности огнестрельного оружия, удерживая за щекой пулю. Дальше дело техники и тренировок. Все, что остается фокусникам, это прицелиться, выстрелить холостыми, а затем, прикрываясь пороховой завесой, выпихнуть пулю изо щек и зажать ее между зубами. Теперь, когда вы узнали несколько секретов фокусников, не спешите обвинять их в обмане. Помните, что фокусы и иллюзии созданы, чтобы развеселить зрителя и хотя бы на мгновение заставить поверить в чудеса, которых так не хватает в повседневной жизни. А на этом сегодня все. И не забудьте подписаться. Моя мастерская – твое настроение.